Привет, друзья. Напишите, пожалуйста, видно, слышно, все ли в порядке. Есть ли картинка, есть ли звук. Так, но уже пишет. Так, Гарри Бокс. Опять какая-то проблема. Что происходит? Так, ну... Так, про какие-то буферизации мне опять пишут. Остап Потлов, здрасте, здрасте. Воткутся Вол, Гарри Бокс и, видимо, Екатерина. Так, все. Напишите, есть ли звук, нет ли подвисаний. Ну, если все в порядке, мы тогда начнем. Отлично, Алмазкин Забулятов. Так, ну, надеюсь, что все будет в порядке. Но, сами понимаете, я тут не могу... регулировать интернет, я уже сделал себе какую-то суперсеть, там, 300 мегабит, и все равно он что-то хочет еще. Так, ну, напоминаю, сегодня у нас шапочный разбор, и что это такое, это, кто не знает, это такое, в общем, коллективное такое исполнение, каждый присылает свою запись на суд общественности, ну, на самом деле, просто для получения каких-то комментариев и исправление своих ошибок. Это очень полезная вещь абсолютно любому музыканту, и профессиональному, и, ученику, и начинающему. И любой профессионал точно так же требует какого-то мнения со стороны, и своих коллег, и критиков. Поэтому это совершенно нормальное явление. Поэтому нет ни одного человека, который бы не играл идеально. Поэтому сегодня в чате люди, даже некоторые говорили, что там же одни профессионалы присылают свои видео. Ничего подобного. Конечно, нет. И, конечно, не одни профессионалы. И вообще профессионалов не так много. Даже если профессионалы присылают, ничего страшного. Можно раскритиковать кого угодно. И в конце концов, не так важно, кто перед вами выступает. Каждый сам за себя. Каждый делает свою работу. Так, давайте начнем. И начнем, просто я по порядку поставил, как мне присылали. Итак, первое видео прислала Екатерина Мамаева из города Кирова. Она написала, что занимается 4 месяца. И, по-моему, она даже участвовала в нашем ВСБ-бенде. Или нет, в коллективной записи какой-то. И Екатерина играет 4 месяца, и она взяла довольно сложную песню. Она играет песню «Nothing gonna change my love for you». Это правда... сложная музыка. Ну, давайте послушаем. Thank you.
Так, ну, Екатерина, я хочу сказать, что вы играете вполне прилично для 4 месяцев. Мне кажется, что вы до этого где-то учились музыке, может быть, не на саксофоне, но на каком-то инструменте, может быть, пели или на фортепиано, гитаре, неважно. Потому что с музыкальной составляющей у вас все очень хорошо. Для, ну, для 4 месяцев и для года вы играете довольно сложные ритмические такие конструкции. И, ну, там есть, конечно, ошибки, да, где-то не ту ноту взяли, но не в этом дело. То есть у вас, как бы, ваше мышление музыкальное, оно более... более развитая, чем техническая часть. То есть техническая часть действительно у вас требует доработки. То есть, ну, сейчас я поговорю об этом. Мне кажется, что вы где-то до этого на чем-то играли, на каком-то инструменте, и это дает какие-то свои плоды. Да, ну, напишите в комментариях, если вам кажется, что музыкальная школа 25 лет назад. Но неважно. Тем не менее, вот эти вещи, они остаются на всю жизнь, конечно. Поэтому я, между прочим, советую детей водить в музыкальную школу прямо с молодых ногтей. Не для того, чтобы их калечить пианинами всякими, да, а просто, чтобы они развивались на развивающие какие-то танцы, на 3 прихлопа, 2 притопа. Просто какие-то такие вот общие музыкальные дисциплины. Вот, это все дает очень хорошие результаты в будущем, если мало ли вдруг ребенок захочет заниматься музыкой. Вот. Смотрите, во-первых, чисто такие по постановке. Во-первых, у вас немножко мундштук идет в бок, да, вот обратите внимание, вы держите саксофон, сейчас покажу, да, немного разворачивая в сторону. То есть он должен быть, эска должна быть, ну, вот так, а у вас она немножко идет в бок. Вот, и, конечно, надо... до того, как играть такие сложные, быстрые песни, да, где надо быстро перебирать ноты, надо обязательно поиграть длинные ноты и что-то очень медленное, потому что видно, что амбушюр немножко не поспевает за изменением нот. Амбушюр еще не очень тренированный, то есть мышцы еще как бы немножко расслаблены. И поэтому, когда вы переходите из регистра в регистр, немножко, ну, во-первых, киксы могут быть, а во-вторых, внизу немножко грубовато звучит, да, когда вы играете... Во-первых, кстати, тональность у вас не очень удобная, да, ее часто играют в соль-мажоре, а вы играете в си-бемоле с бемольными знаками, не очень комфортно. Вот когда вы играете внизу вот эти ноты, вы играете прямым звуком. Немножко это чуть грубовато, я бы там сыграл субтоном, да, например. Ну, чтобы немножко помягче звучало. И, в принципе, вот эта разница в регистрах, да, то есть, когда вы переходите из регистра в регистр, нужно учитывать, то есть, нижние ноты брать мягче, не так же, не прямолинейно, не все одинаково на саксофоне, да. Когда вы выходите на 2-ю октаву, особенно на 3-ю, нужно играть ярче, более напористо, да, с опорой на пресс, более ярко. А когда вы находитесь внизу 1-й октавы, тем более, когда это конец фразы, нужно, конечно, ноту немножко филировать и делать ее более такой... мягкой, да, чтобы она не торчала гвоздем. Вот. В остальном, еще раз повторю, это прекрасный результат для 4 месяцев. Но имейте всегда в виду, что самый быстрый прогресс идет первый год или там первые 1,5 года. Потом все замедляется. Человек сначала не умеет играть, потом через месяц он уже играет 3 песни, через полгода он уже играет там 10 песен, и он думает, что он так и будет развиваться с такой скоростью. Через год у вас прогресс затормозится, и вы будете все медленнее и медленнее прогрессировать. Поэтому вот эта эйфория начинающего, она такая общеизвестная, надо быть к ней готовым. То есть не торопиться и работать над то, что у спортсменов становые мышцы, да, какие-то базовые, тренировать длинные ноты, играть какие-то кантиленные медленные песни, чтобы тренировать амбушюр. И не бежать, не торопиться за всеми любимыми мелодиями, а поиграть, например, гаммы, этюды. То есть
технический материал тоже ввести в практику, потому что я часто наблюдаю, когда люди сами занимаются без преподавателя, они сразу бегут по своим любимым песням. Ну зачем они начали играть на саксофоне? Чтобы сыграть там Beatles, Yesterday или Lady Gaga или Dance Monkey или что-нибудь такое. И скорее играют свои 5-7 любимых мелодий, а потом все, песни закончились, уровня никакого не достигли. И в результате получается как бы не очень хорошо. То есть здесь нужен такой подход скрупулезный, да, то есть начинать прямо по базовым всем вещам, которые вы проходили 25 лет назад в музыкальной школе. Этюды, гаммы с одним знаком, простые этюды, там гаммы с двумя знаками, чуть более сложные этюды, пьесы, да, то есть норматив где-то такой. Ну, наверное, за полгода можно спокойно выучить 4-8 гамм, сыграть 10-15 этюдов и 5-8 пьес. Это хороший результат, если вы каждый день занимаетесь. Да, ну, это правильно пишет Алмаз Кензебулатов, что за один дубль респект. Конечно, да, в один дубль сыграть с модуляцией, без ошибок практически, это очень неплохо. Вот, так что прекрасно, да. Так, идем дальше. Следующий у нас Тимофей Картавый. Тимофей написал, что он, во-первых, поступил в музыкальное училище в прошлом году. Сейчас так понимаю, что он на первом курсе. Он пишет, что... Сейчас найду письмо. Так, так, так. Да, видео наш общий разбор. Работал над ним отдельно от преподавателя. Хотелось бы узнать, так вы видите это произведение или чтобы в нем поменяли. Заранее спасибо. Давайте. Это музыка... Сейчас я автора забыл, но эта песня называется «Слон и моська». Ну, в общем, там ее представляют. Слушаем. Знаете, сегодня этот серьезнейший дуэт подготовил для вас высокохудожественное произведение Ирины Шильцевой «Веселый черстон. Моська и слон». Thank you.
Тимофей, вот из-за таких видео люди боятся присылать свои ролики на разбор. Они говорят, у вас одни профессионалы, зачем, что мы там будем делать? Тимофей, конечно, профессиональный музыкант, но он идет по пути музыки, то есть он будет поступать, видимо, потом в консерваторию. Поэтому действительно немножко выбивается из сегодняшних всех видео. Это, конечно же, выше классом значительно. Ну, понятно, человек закончил музыкальную школу и уже в музыкальном училище. Как я вижу это произведение, мне сложно сказать. Я никогда его до этого не слышал. Это впервые сегодня я услышал. Кстати, если у вас получится, пришлите мне, пожалуйста, нотки. Я бы, может быть, дал бы кому-то из своих, может быть, сыну поиграть. Он любит такие песенки. Или кому-то из учеников. Что могу сказать? Ну, во-первых, прекрасное исполнение и хорошее, действительно, внимательное отношение к деталям. Вот эта фразировочная часть, когда вы играете субито пьяно, да, вот эти переходы все, аккуратные, хорошая стаккато, это все очень здорово сделано. И вполне на профессиональном уровне. То есть тут мне даже не к чему прикопаться, даже если бы хотелось. Действительно, очень, очень классное исполнение. Если совсем придираться, можно отметить некоторую неточность в быстрых пассажах. Там видно, что где-то у вас немножко пролетают пальцы. Может быть, немножко заиграли. Вот. Но это обычная вещь, это у меня бывает и у многих людей. Над ними, конечно, надо поработать над сложными местами, особенно вот в левой руке, где у вас вот эта боковая механика, да, там немножко сложнее, и надо, конечно, поиграть все это в медленных темпах, как обычно, да, с переменным штрихом, например, стаккато, да, либо, как обычно, два даташе, два легато, та-та-тара-та-та-тара, можно пунктиром поиграть, в общем, попробовать разные подходы, чтобы немножко выправить техническую часть, вот, а так, в остальном, по-моему, здорово. Когда в конце пианистка сыграла секундами, я подумал сначала, что она ошиблась, бедный человек, там уже пожилой, а потом выяснил, что это концептуальная вещь, когда она повторила эти секунды, все было в порядке, слава богу. Так, Андрей Уайтхорс пишет, композиторы пишут низкие звуки тише, верхние громче, для вокала это естественно, а вот саксофона середина тихая, а низ и верх громкие. Я, кстати, об этом не думал, насчет, что у саксофона это неестественно, если сверху и середина логично, то низ приходится придерживать, да, это правда. Это общемузыкальная такая вещь, она, конечно, свойственна в первую очередь вокалистам, да, когда верхние ноты берутся легче на полном выдохе, да, на открытой подаче, а низ, конечно, прибирается. На духовых приходится делать искусственно, потому что действительно низкие ноты, если просто их дунуть, то они звучат как прибытие парохода в порт. Так вот, надо их сдерживать, да, для этого придумали субтон или просто очень мягкий низкий такой тембр внизу. Так, вот Станислав Новаковский, да, подтверждает про Мунштук. Так, привет из Алматы. Так, да, в Алмате привет. Я очень внимательно следил за событиями, болел там за алматинцев. Так, Николай заметил у вас Ауралекс на стенках. Это те самые околомузыкальные обновки, которые вы в чат присылали. Не знаю, что такое Ауралекс, может быть, это они и есть. Это какие-то, да, вот звукопоглощающие штуки, и я сделал на них уже видео, снял, то есть как они работают, но пока не понял. То есть они работают минимально, на мой взгляд. Когда смотришь на YouTube ролики сравнительные, вот что дают вообще? Ну, кто не знает, это поролон, который немножко, он не сделан для того, чтобы снизить звук, идущий сквозь стены, то есть это не для соседей сделано, а это сделано, чтобы микрофон не ловил дополнительные переотражения от стен. Но когда ролики приводят в интернете, показывают совершенно пустую комнату, а потом обклеенную полностью поролоном, конечно же, там все это глушится просто на ура. Ну, во-первых, ну, я в ролике об этом скажу, конечно, смотрите через несколько дней, такую зацепку сделал. Ну, там просто будет аудиопример, я же не могу вам сейчас показать. У меня комната, в принципе, довольно такая захламленная, то есть у меня стоит пианино деревянное, у меня стоит два как больших книжных шкафа до потолка, у меня стоит очень длинный диван почти во всю комнату, большой стол, вот здесь небольшой книжный шкаф, не обои, а
плотные шторы. То есть на стене кинопроектор, который тоже сделан из какого-то картона. Да? То есть все это вместе значительно снижает отражение в комнате. У меня изначально отражений было не очень много. Если бы это была бы пустая комната, полностью бетонная, конечно, здесь бы все звенело. У меня этих отражений мало. И когда я наклеил вот эти басовые ловушки, я по четырем углам их поклеил, наклеил и вот несколько таких вот ромбиков по стенам. Немножко снизились звук хлопков, какие-то вот звуки саксофонов, немножко стали более глухие. Опять же, это сделано для звукозаписи. Но это минимально, на мой взгляд, то есть отличие там какое-то, ну, 5%, 3%. То есть, по большому счету, никакой принципиальной разницы нет в моем случае. Но если у вас действительно пустая комната с открытыми стенами, конечно, стоит повесить либо ковер, либо, ну, если вы записываете дома саксофон, не для занятий. Для занятий, кстати, если кто думает сделать себе глухую комнату для занятий, это очень непрактично и нехорошо, потому что, ну, просто вы слышите неестественный звук саксофона, как будто вы играете в вату в какую-то. Это очень неприятно. Обязательно должна быть акустика, довольно открытая, то есть высокие потолки. Это очень здорово, когда саксофон звучит с отражениями, это прекрасно. Вот. А вот эти все глухие помещения для репетитории такие, да, где группа репетирует, обклеенные там каким-то войлоком, это ужасно звучит, там все, сакс отвратительно звучит, и там репетировать, конечно, хорошо, там вас соседи не убьют, и записывать там хорошо, но заниматься, чтобы услышать звук саксофона, там очень плохо, поэтому не советую. Так, Auralex, да, пишет, что это фирма, которая одна из первых начала делать панели акустического. Ну, это какая-то наша контора, она, по-моему, не Auralex называется, не помню. Я выбирал просто по цвету, я не хотел черные, не люблю. Какие-то вот там были фиолетовые, желтые, оранжевые. Так, зрители тоже просят ноты Чарльстона. Ну, если мне пришлет Тимофей, то я просто их всем вышлю в нашем этом чате. Как прислать запись? Каждое последнее воскресенье каждого месяца мы делаем вот такой шапочный разбор. То есть сегодня это 30 января, следующее будет там какое-то февраля. И присылать на почту saxinstructor@mail.ru. Ну, либо в телеграм-канал в наш войдите. Я там, если что, вам все мою почту подскажут. Телеграм-канал так и называется, saxinstructor. Так, фирма. Добрый вечер. Пожалуйста, подскажите мундштук для эстрадной музыки для начинающего альтсаксофониста. Есть ли отличие от металлического и бонитового мундштука для эстрады? Какой вы используете? Ну, я вообще, честно говоря, эстраду мало играю. У меня есть два металлических мундштука сейчас, и я хочу еще третий бонитовый эстрадный, типа Ван Дорен, Джумба Джава, сделать на заказ. Вот к Виталию Завальскому, наверное, обращусь на той неделе. Какой металлический мундштук? Да любой. Ну, для начинающего, может быть, просто не очень большую пасть. Учитывайте, что все эти, например, модели ARB, вот мне один на тест прислали, у ARB нумерация другая. То есть у них, по-моему, шестерка, это как 7 у Майера. То есть номер маленький, а на самом деле он крупный мундштук. То есть с эстрадными мундштуками дело обстоит так. Во-первых, они все очень дорогие, как правило. То есть считается, не знаю почему, может быть, просто много сил в них нужно вложить. Они металлические, как правило. Эстрадные мундштуки, если это не Берк Ларсен какой-нибудь, а если это Тео Вейн или тоже ARB, или... Да, их миллион фирм, они все там от 350-400 долларов начинаются, и дальше там 600-800, сколько фантазии хватает, Джуди Джаз. Вот, я, честно говоря, не вижу большого смысла платить большие деньги за эстрадный мундштук, можно вполне купить мостовой, более дешевый тот же, ну, он почти без мостовой, и Нагисава металлическая, или Берк Ларсен, кстати, он вполне эстрадный, у него хороший большой мост, и они относительно недорогие. Я очень люблю эбонитовый Джумба Джава. Он, с одной стороны, мягкий, как эбонит, а при этом, если в него немножко поддать, в нем появляется зуд, вот этот, который делается мостом. Вот этот яркий такой приятный тембр. Такой же мундштук, только ручной работы, использует этот Даун Цой, корейский саксофонист, довольно известный на YouTube. Он действительно классно очень играет. Вот, так что вот он играет тоже на таком. Ну, это ручная работа, но сделан под Джумба Джава.
Так, ну что, следующая запись. Давайте не будем сильно отвлекаться. Это «Алмаз» как раз Кинзябулятов. Тяжело выговаривать фамилию. Кинзябулатов. Вот. Пишет про себя. «Мне 35 лет, играю 4-5 месяцев, не всегда регулярно. Это произведение сборника джазовых этюдов Ленини Хауса». Да, кстати, «Алмаз», я просил вас, ну, вы, наверное, не прочитали, прислать мне эти ноты этого этюда. Ну, уже, ладно, сейчас уже, наверное, не надо, потому что я думал по ним поиграть. Так, ну, давайте послушаем «Алмаза». Простите, пожалуйста, почему-то у меня пропала запись. Сейчас попробую еще раз включить. Вот. Есть. Простите, моя ошибка. Да, там просто, конечно, была короткая запись. Я почему-то думал, что там больше минуты, а она просто остановилась. Так, ну, «Алмаз», смотрите. Опять же, для 4 месяцев... Нет, сколько вы играете? 4-5 месяцев. Для вашего 4-5 месяцев не всегда регулярно. Да, ну вообще, конечно, если вы прислали бы ноты, было бы легче. Но, во-первых, смотрите, вы играете, первую ноту играете без атаки. То есть вы ее... Я сейчас на слух подбираю просто. Вы ее как-то атакуете не очень конкретно. Может быть, там есть атака, но ее не слышно. В джазе там довольно такие простые, примитивные конструкции, да, идут. То есть все немножко маршеобразно, особенно если это этюд, да, то есть чуть-чуть можно вот здесь играть более строго ритмически, да. Я сейчас с головы что-то придумываю. Вот, то есть вот такие вещи. Атаки вполне конкретные. В свинге, как вы знаете, наверное, да, лигуется почти всегда вторая восьмушка с третьей, четвертая с первой. Па-та-ра-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ти-ри-ту-ру-ти-рап. В практике, в реальной игре это не всегда так получается, потому что многие фразы построены не просто вверх-вниз, да, линейно, а со всякими бросками, и там вполне, может быть, три ноты залегованы вместе, или, например, не та-тара-тара, а тара-тара, в зависимости от положения ноты во фразе. И там более сложные такие конструкции. А в этюдах обычно используют какие-то простые, такие хрестоматийные вещи, которые как раз играются по правилам. Вот. Но, в принципе, вы играете похоже на свинг. Надо, конечно, чуть-чуть просвинговать побольше. То есть вот эти ноты, которые вы акцентируете, вторая, восьмая, четвертая, а первая и третья, не забудьте ее немножко ослабить. То есть после акцента должен быть такой небольшой провал. Вот. Дальше, что хочу сказать по поводу этюда вообще. Этюды – это хорошая вещь, конечно, их стоит играть, но джазовые этюды – это отдельная такая категория, которая требует знания стиля, понимания, ну, понимания свинговой вообще манеры. И если вы не супер какой-то наслушанный такой музыкант, да, то есть если вы там не с пеленок слушаете Глена Миллера и Каунта Бейси, то, наверное, у вас понимание свинга такое не идеальное. Поэтому, может быть, имеет смысл либо послушать, как эти этюды играют какие-то профессиональные музыканты, либо вообще играть не этюды, а какие-то
соло, легкие, исполнение какими-то музыкантами мелодии. Вот у нас будет один из... Артем Свиридов будет играть через несколько выступающих. Он будет играть соло Декстера Гордона. И вот он как раз правильно делает. Он берет запись и работает с оригинальным исполнением. И тогда вам будет точно понятно, где, в каком месте делать акцент, где у вас будет атака, где легато и так далее. То есть это лучше делать на слух. Так, это отрывок не до конца. Да, я понял. Да, скрипка «Казань» Денис Чичканов. Jody Jazz DV7. Jody Jazz DV7 отличный мундштук, очень дорогой, хороший. Ничего плохого про него сказать не могу, кроме того, что он дорогой. Я до сих пор не задушил жабу и не купил себе такой мундштук. Ну, просто у меня есть другой мостовой мундштук, который мне бесплатно прислал Владимир Баталов. Я обозревал его мундштуки, и один из мундштуков он просто мне подарил. И я еще не делал на него обзор, я его отдал в Серебрение. И я так понимаю, что... Ну, надо поговорить, конечно, с Владимиром. Не знаю, сколько он, за сколько он продает эти мундштуки, но я думаю, что они дешевле, чем Jody Jazz. И мне он понравился. Он устойчивый, он не кексует, потому что недавно я... Сейчас пока не буду раскрывать секрет. Пробовал пару фирменных мундштуков, прямо дорогих, там по 50 тысяч, и они кексуют. Может быть, плохо подобрал трость, может быть, надо еще будет попробовать с другой коробкой, но они не очень устойчивые. А вот этот мундштук ручной работы хороший. Я, кстати, сейчас сделал тоже, вчера обзор записал на мундштуки Хива. Это Илья Хряков, это красноярский мастер. Вот они у меня прямо в прямом эфире, их покажу. Этот ролик, наверное, будет там через неделю, там через полторы. Вот три таких эбонитовых мундштука для тенора. Один сделан под Дрейк, американский. Такой, это с легким мостом такой мундштук. Сейчас, сфокусировался. Второй, оба сделаны под Майер. Один немножко длиннее, второй короче, но у одного из них выточка больше под Оттолинг, такая более круглая. Вот, и что хочу сказать, эти мундштуки, кстати, Илья продает, они продаются за 7 тысяч рублей, это очень недорого для мастеровых эбонитовых мундштуков, кому интересно, можете либо ко мне обратиться, пока они у меня, либо я их отправлю в Красноярск через несколько дней уже к Илье, вот. И я хочу сказать, что отличные мундштуки. Они, во-первых, это не реклама, мне Илья ничего за это не платит, естественно, это просто я действительно обозреваю и говорю, как есть. Хорошие, устойчивые мундштуки, ровно выточены. У одного из них французский стол. Как раз для классического такого джаза вот эти оба мундштука, сделанные под Майер, под Майер Бразерс, прекрасно подходят. И это действительно эбонит, потому что вот завтра выйдет ролик про мундштуки теноровые, которые я обозревал. Там был один мундштук американского мастера Бенджамина Аллена, и он очень похож на пластмассу. Вот что хотите со мной делать, я беру его в руки. Сам Бенджамин Аллен утверждает, что это эбонит. Владимир Лучанский, мой коллега, говорит, что это эбонит. Но я беру его в руки, я не вижу эбонитовой работы. То есть что-то похожее на пластмассу в чистом виде. Хотя и он не очень сильно пахнет даже. Просто обычный какой-то как пластмасса выглядит. Я, может быть, ошибаюсь. Но вот это я беру в руки, я вижу, что это эбонит. У него цвет эбонита, у него выгорание, у него характерная такая эбонитовая структура. Там этого нет. И вот это меня очень... приводит в замешательство. То же самое с Дрейком. Дрейк просто делает из пластмассы, а у него мундштуки стоят $350, и они еще кривые при этом. Я один из Дрейков купил вот так вот, повелся на рекламу, фирменный мундштук хорошего нью-йоркского мастера, там на нем играет, елки-палки, кто там, не знаю кто. Купил его, и он оказался кексующий. Я его отнес к ребятам в оркестр, к Гольштейну. Думал, ну, может быть, у меня какие-то проблемы там с амбушюром. Юрий Богатырёву принес. Кире Бабякину мы поиграли, на нем довольно долго, полчаса. Играли, все кексует, через каждую ноту идет свист. Он кривой. И я его отдал обратно. Но и это $300 с чем-то. Я его в то время покупал за 9 тысяч рублей, а это было в 2012 году или в 2011.
Ну вот, в данном, вот эти муштуки стоят меньше $100. Если вы представляете, что такое $100, это сейчас по нынешнему курсу это уже 8500, это стоит 90. За эти деньги можно купить только болванку какую-то. Поэтому я активно всем советую не тратить деньги большие на какие-то зарубежные раскрученные вещи, а поддерживать отечественных мастеров, не обязательно Илью. Виталий Завальский прекрасно делает муштуки. Теноровые не знаю, альтовые были у него порядка 8 тысяч. В зависимости от цвета эбонита, синий или черный. Синий, кстати, синий муштук эбонитовый, это очень круто. Вот. А теноровые, мне кажется, 9 или 10. Но все равно Ван Дорн стоит, мне кажется, около 15-20. Ну, кстати, Ван Дорн неплохие, Ван Дорн мне нравится. Вот, а про вот эти вот дорогие мастеровые какие-то, которые просто вкладывают огромное количество денег в эту рекламу, тот же Сайз, который свои муштуки рассылает всем YouTube-блогерам, причем просто бесплатно, видимо, шлет, и они делают обзоры, это очень такая агрессивная реклама, агрессивный маркетинг, и, конечно, они потом получают какие-то огромные продажи, но качество там не соответствует, то есть то, что я пробовал у Сайз. Сейчас, говорят, у них вышли новые, более прецизионные там, какие-то станки, более качественная пластмасса, что-то там улучшилось. Но первые модели, которые я пробовал, одну из них, там просто он не держал компрессию, у него не было ровного стола, у него все вот было в этих полосочках от 3D-принтера, все сифонило, трость съезжала с него, он был сделан из обычной пластмассы, легкой. То есть ощущение дешевой вещи, не очень качественной, и он стоит 300 с чем-то долларов, вот этот кастом. И это совершенно бессмысленно. Лучше купить 3 таких муштука. Вот. Так что, друзья, никакая не реклама, а просто здравый смысл. Так. А можно в них дунуть? Можно, конечно, естественно. Но в Петербурге, если вы в Петербурге находитесь, можно со мной встретиться, я вам их дам поиграть. Если где-то в другом городе, то тогда нужно договариваться с Ильей. Конечно, я думаю, что он вам их отправит на тест. Можно поиграть. Реальность всегда разная. Каждый человек индивидуален, идет в своем темпе. Я занимаюсь каждый день минимум по 3 часа. Ну, нормально. Так, вот реальные 4 месяца. Нет, алмаз играет очень прилично, даже лучше, чем 4. За 4 месяца люди некоторые играют просто несколько мелодий, а он играет джазовые свинговые вещи. Это непросто. Обычно я их даю детям после года обучения. Сайз по той же технологии, что и я после вашего обзора начали делать, буквально через месяц или два. Да, Гарри Бокс, Игорь, я знаю прекрасно, да, я жду от вас муштук по новой технологии, присылайте, пожалуйста, интересно посмотреть. Ну, кстати, и ваши первые муштуки очень неплохие, они сделаны лучше, чем Сайз, и, я так понимаю, все-таки дешевле. Вот. Но там реклама, красивый сайт и, самое главное, цветные муштуки. Вы же понимаете, что чем можно завлечь девочек, девушек и бородатых юношей? Конечно, цветными розовыми муштуками. И меня в том числе. Вот почему я купил фиолетовые панели? Потому что я тоже люблю какие-то цветастые вещи. Цыганщина, друзья, она так просто не проходит. Какие-то предки у меня были. Так. Ну что, переходим к Андрею Бои. Это наш главный человек по фриджазу и свободной музыке. Андрей долго упирался, не хотел присылать свое видео, говорил, что он не формат, что он играет по-своему. Это правда, он играет сам, как бы сам по себе, игнорируя все мои советы по звукоизвлечению и по применению деревянных тростей. Но, послушайте, если бы ему было 18 лет, наверное, как-то можно на человека надавить, но уже... После 40, уже даже после 25, уже человек зачерствел, и все, его уже ничему не научить. На самом деле, может быть, и не надо, потому что иначе все будут одинаковые, как болванки, не будет никакой индивидуальности. Если бы Ван Гога учили бы правильно рисовать и сказали бы, ну что ты мажешь тут кисточкой волнистые линии, вот тебе нарисовано, рисуй аккуратненько все, чтобы не было ничего видно. И не было бы Ван Гога, а был бы очередной какой-нибудь там Шишкин, да? Вот, итак, Андрей Бои, слушаем, это его, он мне прислал две записи, одна на стихи питерской поэтессы петербургской, которая скончалась 16 лет, но я выбрал концертную запись просто потому, что, во-первых, там два саксофона, это веселее, а самое главное, там
та запись, которая на стихи петербургской поэтессы, это такой психодел, что я боюсь, что у людей начнутся галлюцинации после этого просмотра. Там мало того, что музыка психоделическая, но там еще и картинка, там какие-то мерцающие изображения, красно-желто-зеленые такие, переливающиеся цвета. Я боюсь просто впасть в ступор после этого видео и буду дальше до конца ролика невменяемый. Поэтому я решил выбрать что-то помягче, более традиционное. Итак, концерт «Буи». Последняя песня, чтобы все успокоились и подготовились. К чему? Доброй ночи. А? К чему? Не важно, к чему подготовились, как вы сказали. Эта песня не наша.
Слушайте, ну, если я поймал на мысли, что я вообще, да, я притесняю обычно фри-джаз, не очень люблю какие-то свободные такие вещи, но тут Гарри Бокс пишет, да, возмущенный. Ой, не Гарри Бокс, безногим. Да, но если я поймал на мысли, что вот от таких несложных, от такой несложной музыки, вот таких квартирников атмосферных с какими-то вопящими там девушками на заднем плане, да, с какими-то драпировками театральными, получаешь гораздо больше удовольствия, напоминая какую-то музыку из Твин Пикса, да, вот эта вся атмосфера Линча и Анджело Бадаламенти. Гораздо больше удовольствия получаешь, чем в филармонии, где в белоколонном зале выходит какой-нибудь Игорь Бутман, ну, неважно, Игорь Бутман с маленькой буквы, какой-нибудь виртуозный музыкант, прекрасно играет, все без единой ошибки. Ну, атмосфера совершенно другая, то есть сидят люди, сложив руки на животе, и чинно слушают вот так вот, да, иногда так похлопают ради приличия. Я за такие квартирники, то есть я вот сейчас получил колоссальное удовольствие, с большим интересом слушал. Конечно, это такой, ну, это не фри-джаз, конечно, но импровизация там свободная, да, достаточно такая околотональная. Но там и тональность несложная, там один аккорд фактически звучит, да, во всей мелодии. И вокруг него играют оба саксофониста. Периодически они сливаются в таком вот разъезде, то, что в Диксиленде называется, да, импровизация совместная, потом по отдельности. Нет, все очень атмосферно и круто, Андрей, правда, здорово. Это никакая не, там, не похвала, там, да, а это, ну, то есть это похвала, конечно, да, это, я имею в виду, что это не, слово забыл. Короче, это искренне, правда, мне очень понравилось, я сам в таких квартирниках периодически участвую и получаю от них гораздо больше удовольствия, чем от больших концертов зачастую. Так, группа Морфин, похоже на дождь, You Look Like Rain, да, мне все время слышался какой-то Ukraine, думаю, неужели пор Украина, но это у меня уже сдвиг на политических событиях, так, фриджаз притесняет без ноги. Так, да, вот этот экранчик, это кто не знает, это дефлектор такой или рефлектор, короче, это отражатель для звука, чтобы музыкант сам себя лучше слышал. Я вот все подумываю, нужна мне такая штука или нет, пока не придумал. Вот, но это самостоятельное такое изобретение. Есть похожая фирменная, сделанная фирмой Jazz Lab, но, по-моему, у Андрея даже лучше, потому что оно больше и лучше ловит. Но единственное, что оно смотрится, конечно, немножко смешно, то есть лучше прозрачное что-то сделать. Так, на дефлекторе, кстати, работающем крышке от мусорного бачка можно написать, тут могла быть ваша реклама. Да. Морфина вроде барик играет, не трудно было перекладывать на тенор. На экране УБО может быть ваша реклама. Так. Угу. Это лоу-рок. Ну-ка, слава богу. Ну, наверное, это как... Ну, есть музыкальный минимализм, да? Но, наверное, такой же минимализм есть в рок-музыке, да? Underground, нуар, так. Да, хорошая публика – это очень важно, кстати. Я вот по себе знаю, что когда в зале сидит пара безумных людей, которые там кричат, улюлюкают, ну, от радости, конечно, да? Это всегда так наполняет вообще энергией, и так хочется хорошо сыграть. А когда люди чинно хлопают вежливо и так молчаливо сидят в паузах, это сразу опустошает и не хочется. Ну, уныло всегда все проходит, это очень передается музыкантам. Поэтому, друзья, если вы присутствуете на чем-то концерте, обязательно хлопайте всегда. Если это филармония, громко просто хлопайте. Если это джазовый или рок-концерт, кричите, свистите, топайте ногами, чтобы музыканты увидели, услышали вашу ответную реакцию. Не надо интеллигентность в себе все это держать. Нужно отдавать музыкантам, и тогда они отдадут вам обратно. Здравствуйте, Николай. Подскажите, пожалуйста, как еще можно использовать пентатонику, чтобы звучало более джазового? Ну, чтобы не только до пентатоники на аккорд до, как-то еще можно. Я на днях читал, у меня в Фейсбуке есть друг из Ростова-на-Дону, очень хороший джазовый саксофонист, и он, у него был такой вопль отчаяние. Он написал такой пост своим коллегам. Говорит, коллеги, преподаватели, почему вы учите детей, начинаете обучение джазовой импровизации с пентатоники? Говорит, их потом из них эту пентатонику не выбьешь ничем. Они продолжают играть все время по этим пяти нотам. И, в принципе, он прав. Действительно, пентатоника – это очень узко
такая направленная вещь, и она совершенно не исчерпывает все джазовые направления далеко. То есть пентатоника для каких-то стилей подходит, но в джазе вообще-то используются ладовые структуры более сложные, чем пентатоника. Да просто та же самая мажорная гамма, это все-таки больше нот. Но вот если гонять все время пентатоники, это очень обедняет музыку, и получается такая, в общем, китайская стилистически неинтересная игра, потому что, ну, если вы уберете из музыки все острые углы, тритоны, да, четвертую, седьмую ступень, то вы получите такой сплошной сахар, сахарную вату с сиропом, понимаете, бесконечную. Ну вот, поэтому это я немножко в сторону отошел, а для того, чтобы как-то разнообразить пентатоники, можно использовать книжку Джерри Бергонзи, по-моему, в третий том, нет, второй том, он называется «The Treasure of Pentatonics». Эта книжка у меня, кстати, есть на сайте, на saxinstructor.ru, бесплатно для скачивания в разделе «Библиотека», она там есть. Либо у Антоши Хаймовича, она тоже точно была, все пять томов можете у него скачать. Вот. И там написано, как использовать модальные пентатоники, то есть на один аккорд играть несколько пентатоник. Но сразу вас предупрежу, что это подходит в основном для модального джаза, для какого-то современного джаза. Но если вы там будете модальной пентатоникой обыгрывать Lullaby of Birdland, то Голощёкин вас проклянет. Да. Ну что, идем дальше. Следующее видео — Кирилл Груснев. Он играет авторскую музыку с пианисткой. Сейчас я прочитаю, чтобы не забыть имена, потому что это важно. Кирилл Груснев, авторская композиция Екатерины Амелюшкиной, на видео играет на фортепиано. Премьера. Кирилл Груснев играет на саксофоне. Он флейтист еще. Так, ну послушаем. Да, премьера. Thank you.
Так, ну что, Кирилл, спасибо большое за прекрасное видео. Да, тут комментирую, что не очень хороший звук. Нормальный звук, все хорошо слышно. Ну, давайте сразу договоримся, что мы все-таки обсуждаем не композиторскую часть, не пианиста, а партию саксофона. У саксофона все хорошо. Вот все, ничего не скажу больше. Хорошо звучит. Сакс нормальный. В этой акустике там видно, что это большой какой-то зал, и звук обертонистый, все течет хорошо. Вот. Немножко можно, если тоже придираться, постарайтесь ногой не считать явно. Да? То есть, если надо посчитать, там, понятно, какой-то сложный размер, или надо не выпасть из какой-то пульсации, можно считать пальцами в ботинке. Вот так вот просто. И пальцы считают нормально. То есть не обязательно, вот, чтобы не было видно вот этого касания. Потому что оно немножко зрителю заметно и отвлекает его, и выдает в исполнителе какую-то неуверенность ритмическую. Поэтому лучше считать в ботинке. Да? Вот. Что касается музыки, тут восторженные комментарии. Красивая мелодия, поэтично. Так. Слушайте, ну, я сразу скажу, что я не любитель такой музыки. То есть я сейчас буду говорить о том, что я не люблю. То есть это неправильно изначально. То есть это как человек, который не любит жареную картошку, будет обсуждать приготовление этого блюда. Это неправильно. Вот. Но, тем не менее, скажу, хоть меня и не просили. Это напоминает мне немножко какого-то Эйнауди, да, вот этого композитора. Сейчас очень такой последние годы, ну, вот этот стиль уже популярен последние лет, наверное, 70, да, там, или когда там французская шестерка появилась. Но вот такой музыкальный минимализм особенно распространился последние 20 лет. Это вот начиная с Яна Тирсона и, в общем, вот эта вся музыка из кино. Ну вот, ну мне все равно кажется, что это очень пустая музыка, то есть это такой набор, может, она требует какого-то созерцательного настроения, но я человек, испорченный каким-то музыкальным образованием, и мне все время хочется какого-то развития динамического в гармонии, то есть чтобы происходило что-то, а здесь идет 5 минут, один и тот же лад, одна и та же структура не меняется от начала до конца, вторая песня немножко поинтересней, но там тоже вот этот переход, активно что-то происходит, то есть трепыхание на фортепиано, а в гармонии это ничего не меняется, фактически это арпеджированные одни и те же аккорды, и из-за этого возникает ощущение такого, знаете, как прекрасный какой-то торт-суфле или пирог, ты его кусаешь, а он внутри пустой, то есть ты надеешься на начинку из рябчиков, там, соленых огурцов, грибов, как у Кулебяка как Кулебяка у Гоголя описывается, да, о четырех углах у Собакевича. Вот ты думаешь, что там сейчас будет какое-то богатство внутреннего мира, а там ничего нет, там пустой воздух, пространство. Ну, может быть, кому-то это и надо. То есть я не говорю, что то, что мне не нравится, это плохо. Нет, я так не говорю. Я политкорректный человек. Я считаю, что просто мне это не нравится, и я это не люблю. Вот. Я люблю, когда много, вкусно, меняется гармония, вот как у Баха, например, да, или у Шостаковича, или у Прокофьева, необычно, хоп-хоп-хоп, пошло там и ушло в непонятно куда, и неожиданно. Вот. А когда я слушаю Эйнауди, я думаю, ну когда это закончится, чувак, еще полчаса играть. Сил нету. Ну, в общем, это музыка на любителя. Вот. Но я сейчас себе нажил сразу же, я понимаю, 5000 подписчиков отписалось, нажил врагов и так далее. Но я не привык обманывать людей, хотя я зарекся говорить о композиторе. Понятно, что мы обсуждаем саксофониста, да, а не девушку-композитора. И слава богу, что она пишет музыку, а не водку пьет. Так, спрашивает Екатерина, как мы оцениваем ее саксофон, ее мать. Ну, вот правильно написал, кто-то написал, что надо сейчас. Да, Гарри Бок, не думайте о том, как сакс звучит, а думайте в первую очередь, как вы звучите. Это абсолютно правильное замечание, потому что действительно звучит не саксофон. То есть у вас так звучит ваш амбушюр, ваша подача, все. Это как, знаете, человек, который учится петь, он только взял в руки микрофон, там, начал петь какую-то гамму, там, та-та-та-та. Друзья, как звучит микрофон? Вот я сейчас говорю в микрофон, как он звучит?
Он никак не звучит. Он звучит как якостноязычный, с плохой дикцией, шепеляве, сопя, там, носом, еще что-то. Говорю в этот микрофон. Микрофон сделан прекрасными людьми, инженерами, там, немецкими, английскими. Он не виноват. Вся эта плохая дикция или там пришепетывающие звуки там какие-то, да, это все моя проблема, это не микрофон. Поэтому, когда мы сравниваем микрофоны или саксофоны, нужно, чтобы источник был один и тот же человек играл на том и на другом. Поэтому, конечно, саксофон нормально звучит, а мать — это хороший сакс. Они не очень стройные, не идеально, но для обучения вполне подходят. Там был вопрос, почему он не серебряный, а мать выпускали желтые модели. Кстати, когда я начинал в 97-м году, желтые Амати почему-то ценились выше, были дороже. То есть серебряные стоили $300, а желтые 350 или даже 400. Считалось, что они лучше. Не знаю чем, по-моему, ничем. Вот, ну просто они, наверное, были более редкие, поэтому ценились дороже. А так, в общем-то, Амати и Амати. Саксофон на уровне более чем. Конечно, потому что Кирилл флейтист. Он много играет на флейте, и так что все передается. Почему-то Глиера вспомнил. Ну нет. Глиер гораздо интереснее писал музыку. Хотя он тоже, конечно, не величайший композитор всех времен и народов, но он поинтереснее писал. Так. Ну хорошо, ладно. Так, Кирилл Грюснев пришел. Кирилл, да, ну посмотрите, да. Для релакса. Ну, я люблю релакс тоже осмысленный. То есть, знаете, для релакса я не советую читать книжки какой-нибудь пошлятины, там, да, литературные. Все-таки для релакса можно взять и нормального писателя, да хоть Хемингуэя. Ну вот. Ладно, ну, забудьте все, что я говорю. Это мое личное мнение от себятина. Вот так мне кажется. Я не люблю минимализм музыкальный. Хотя я играл, мы играли квартетом... Ой, извините, случайно нажал. Мы играли квартетом какой-то перелом... Или даже это было написано для квартета саксофонов музыку Филиппа Гласса. И это было, кстати, неплохо. Там понятно, что он писал, наверное, задумывал эту музыку для фортепиано, потому что там не было ни одной паузы, ни одного вдоха. То есть там просто было та-д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 а. И вот так бесконечно 5 листов. Но, как ни странно, на 5-м листе, когда такую музыку играешь, впадаешь в такое трансовое состояние, и уже в конце так вот уже глаза съезжаются в кучу, и уже вроде даже классно. Ну, вот. Ну Филипп Гласс на самом деле прикольный, да, но тоже на любителя. Так, ну что, идем дальше. Ну вот, сейчас я прочитаю. Без эконей. Так, Артем Свиридов пишет. Здравствуйте, играю на саксофоне 8-й год. Закончил музыкальную школу как гитарист. Саксофон был вторым инструментом. Большую часть времени играл в оркестре. Более-менее серьезно стал заниматься 2 года назад. Последние полгода занимался крайне мало в связи с переездом в другой город и поступлением в технический вуз. Только на каникулах удалось возобновить занятия. У меня инструмент альт. На видео играю на папином теноре. Значит, папа тоже саксофонист, да? Играю начало соло Декстера Гордона к Blue Boss. Разбираю его недавно, около недели. Саксофон японский, Vita, аналог Yamaha, это правда. Я муштук, винтажный эбонитовый люксор. Но, кстати, вот уточните, насколько он действительно эбонитовый, потому что к люксору мог идти и бакелитовый муштук. Это немножко похуже. С большой пастью. Тройс Ван Дорн 2,5. Давайте послушаем.
Ну что, друзья, Артём очень прилично сыграл. Во-первых, Артём, мне очень понравился ваш амбушюр. То есть губы стоят идеально вообще, правильные складочки, просто вот как на картинке. Действительно здорово. Никакой дерготни, никакой суеты, уверенно держите инструмент, видно, что много лет играете. И я вам советую, продолжайте. Вот, по поводу соло Декстера Гордона, я всегда советую начинать работу обязательно с записью. Скажите, вы это соло снимали или вы его взяли в нотах где-то? Вот давайте я специально взял запись Декстера Гордона, блюбосса, и давайте послушаем кусочек начала этого соло, вернее, начала изложения темы, послушаем фразировку Гордона. Нет-нет, извините, не туда ткнул. Так, ну что, друзья, вот как играет Гордон? Он, ну, во-первых, у меня альт, извините, да? Извините, тенор у меня там далеко. Так, в ля миноре он, да, по-моему, играет. Гордон играет верхние ноты, немножко подтягивая ноту, да? То есть он начинает сразу... Я сейчас тоже на ходу это все слушаю. Чтобы нормально сыграть, нужно послушать несколько раз, а желательно снять, с нотами записать все штрихи, которые он играет. Но тем не менее, подача у него чуть более жесткая. Во-первых, Декстер Гордон отличался такой мужской прямой манерой. То есть он не играл никакой попсы такой, да, он так немножко грубовато все делал, ну, в хорошем смысле этого слова, да, то есть это просто такая прямая очень манера подачи звука, но, тем не менее, он некоторые ноты смягчает, он не играет их совсем ровно, да, он делает какие-то такие тембральные нюансы. И когда вы работаете над соло, я всегда советую не искать соло в интернете. Наверняка оно где-то уже было снято, и там есть YouTube-канал, где-то соло написано. Но лучше взять лист бумаги и послушать и самому записать, а потом уже сравнить с оригиналом. Потому что пока вы снимаете это соло, нотами записываете, вы услышите фразировку, запомните, вы пока будете одну фразу в цикле слушать там 10 раз, чтобы запомнить эти ноты, снять, вы в этот момент выучите уже фразировку естественным образом. То есть это будет натуральное освоение материала. Это как, вот знаете, изучать английский язык по транскрипциям или просто попасть в Америку или в Новую Зеландию и просто среди подростков начать с ними разговаривать. Понятно, что второй вариант предпочтительней. И в этом смысле лучше и музыку также изучать. То есть напрямую поставил запись, тут же взял сакс и вместе с Декстером Гордоном одновременно попытался просфинговать.
Витя подобрал прямо на ходу. Поэтому никаких сложностей здесь нет. Мелодия простая. Соло у Декстера Гордона обычно довольно простые. Он не очень был какой-то виртуозный такой саксофонист. Он не играл какие-то колоссальные быстрые фразы, типа Колтрейна или Паркера. Его легко довольно снимать. Поэтому вот обратите внимание на такой способ. То есть снять самому. Но Артем написал, что он неделю всего и учит. Только, да, неделю-то не очень много, но, в принципе, уже можно и поучить. Так. Взял в нотах, но разбирал запись. Это хорошо, да. Но если бы вы... Тём Свиридов. Но все-таки постарайтесь самостоятельно снять. Это правда. Я вот по себе даже знаю, если я готовое соло какое-то учу по нотам, которые я получил где-то извне, оно у меня очень плохо запоминается. То есть просто я его играю вроде по нотам, все выучил, все равно через месяц я его забываю. А когда сам снимаешь, то оно прям впитывается в подкорку, под кожу, и уже потом его тяжело очень забыть. Это добытое собственным трудом, потом и кровью. Правда, это вот у меня так работает. Даже когда есть готовые снятые ноты, я все равно стараюсь снять самостоятельно, а потом уже сверяюсь со снятыми нотами, чтобы, ну, проверить свои ошибки. Но основную работу стараюсь делать сам. Это более продуктивно. Вы потратите больше времени, там, не знаю, день-два на снятие, но зато потом это соло будет выучено гораздо быстрее. Это правда так. Вот, но у вас очень неплохо звучит сакс, и вообще, в общем, потенциал хороший. Вполне вы можете звучать как Декстер Гордон. Мундштук, уточните, из чего сделан. Я всегда советую, конечно, мундштуки фирменные какие-то, не от Люксора, не от Вейтлянга, а что-нибудь такое более приличное, эбонитовое. Так, ну что, и, наконец, возвращаемся вот к той записи, которую я включил. Это Гарри Бокс. Он же Игорь, он же изготовитель мундштуков на 3D-принтере. Так, Игорь пишет. Я начал учиться играть на саксофоне год назад, но в силу постоянной рабочей занятости занимаюсь редко, примерно раз в неделю. Это маловато. К письму прикладываю видео для разбора. В середине ноября я пришел в студию, которая занимается подбором группы из непрофессиональных и начинающих музыкантов среди подавляющего большинства рокеров, внезапно собралась наша околоджазовая группа, а через месяц мы попали на отчетный концерт этой студии с первыми двумя песнями. Мне более-менее понятны ошибки и проблемы. Интересно ваше мнение про Summer Time. На видео немного обрезали начало, там все, кроме вступления, импровизация на тему. Здесь на репетиции мы решили сыграть известную песню Hit the Road Jack. Да, это другая запись, но я выбрал первую. Ну, просто потому, что репетиционная, она немножко хуже по качеству, а концертная, она уже прямо ферма-ферма. Там все, операторская работа, шрифты, ну, очень круто смотрится. Поэтому давайте посмотрим концертную запись Игоря «Гарри Бокс». Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling we'll be right back.
гитара Роман. Саксофон Игорь. И ваши вокалистки Наталья и Мария. So hush, little baby. Спасибо. Я все ждал, что хотя бы на концерте назовут фамилию Игоря, потому что он все время Игорь или Гарри Бокс. Я не знаю, какая фамилия. И думал, ну сейчас скажут какой-нибудь там Василий там, Петров и Игорь Смирнов. И просто Игорь. И тут опять тайный секрет. Так и никогда не узнаем, что за Игорь. Друзья, да, я также долго ждал Summer Time. Думал, ну, речь шла о Summer Time, а там Feeling Good начинает играть. Долгий такой, да. Вторая песня тоже не Summer Time. Ёлки, где же это? Песня Гершвина. Ну, смотрите, Игорь, хорошо все, Игорь, хорошо звучит. Все время хочется тенор-саксофон, наверное, взять в руки, потому что очень низкий регистр. Вот вы когда вы Feeling Good начали играть, да, у вас была партия... То есть вот прямо в контр-октаве какой-то, да, там, конечно, должен быть тенор, а может даже баритон. И то же самое в Summer Time, вот этот фа-диез минор... Тоже все низковато. То есть для альта бы немножко повыше тональность. Либо взять тенор и сыграть, соответственно, от фа диеза. Представляете? Гораздо более выигрышный диапазон для саксофона. Ну, понятно, что у вас что есть, то и есть. И всегда тональность подбирают под певицу, чтобы ей было удобно. А саксофонист по остаточному принципу всегда. Ну, приходится играть там в семью диезами, в неудобных тональностях. Так что я все это прекрасно понимаю. Ну, вот. Ну и в конце концов концерт – это всегда испытание и просто мандраж, особенно вот эти первые концерты. Там боишься не ошибиться, чтобы не киксануло ноту, очень зажато играешь, просто чтобы донести до конца, все это не пролить в воду. Вот. Да, немножко, чуть-чуть зажимается тембр, да, из-за того, что вы ровно играете прямым звуком на саксе, когда долго тянешь ноту прямую, немножко это, так, немножко это тяжело, да, просто... Вот просто такая прямая нота, она немножко так тяжело воспринимается. Может быть, как делает Андрей Бои, например, попробовать играть более короткими нотами. Ну, например, иногда, да, просто укорачивать, потому что прямая вытянутая нота, она не очень выигрышно смотрится. Либо, конечно, на ней должно быть вибрато, да, какой-то мелизм или... там какое-то диминуэндо, да. Ну и взять ее лучше немножечко с подтяжечкой, да, чуть-чуть. Это же такой... Summer Time — это уже такая музыка похабная. Ну, в каком смысле, понимаете? Это избитая музыка. Это вот как читать Пушкина «Любимой девушке». Там, я помню «Чудное мгновение». Это такая же пошлость, но в хорошем смысле этого слова, да. То есть это избитая музыка, всем известная. Поэтому там можно немножечко... чуть-чуть блюзануть, знаете, так, немножко с хрипотцой сыграть, с подъездом как-нибудь. То есть такого подать немножко густапсового джаза, да, какого-то. То есть а-ля Harlem Nocturne, что-то вот из этой области. Вот. Но так вполне прилично звучит, и главное, девчонки у вас красивые там на сцене. Это очень важно, потому что коллективная игра с симпатичными вокалистками очень продуцирует домашние занятия, да, хочется больше заниматься, и потом в следующем концерте сыграть такое что соло, чтобы там запомнили вашу фамилию, во-первых, а во-вторых, чтобы люди завизжали от восторга.
Так. Екатерина спрашивает: Николай, как научиться снимать? Есть какие-то секреты? Никаких секретов, как обычно, нет. Вернее так, знаете, я сделал специальный курс по снятию. Он стоит 3000 рублей, поэтому подписывайтесь и покупайте курсы. Я вам все расскажу, как снимать. Нет, конечно, никаких секретов нет. Просто надо подбирать мелодию на слух. Вот услышали песню и взяли саксофон, и взяли какую-нибудь там... Да хоть гимн Советского Союза. И от любой ноты... И подбираете, да? И снимаете желательно каких-то хороших музыкантов, то есть, опять же, не гимн Советского Союза, а хорошего саксофониста. Снимаете со всеми нюансами, записываете нотами. Просто практика, к сожалению, ничего личного тут, ничего сложного. Я, как обычно, страдаю от, собственно, нестройной игры на верхах, особенно во второй мажорной части. Там постоянно это грязная до диез на пианиссимо. С другой стороны, мы репетировали всего два раза. Но, Кирилл, действительно, до диез на пиано вверху всегда будет фальшивый. Это очень тяжелая нота. У меня те же самые проблемы. Ничего страшного. Группа, небось, натерпелась локдауну за это время. И они вон что хотят исполнить. Нельзя их локдаунить. Никого нельзя локдаунить, ребят. Я думаю, мама может гордиться. Конечно. Так. Игорь достойно. Очень приятный саунд, лиричный. Муштук свой тут. Про минимализм я на самом деле вас понимаю. Я тоже больше Бах люблю. Но меня эта музыка как минимум не раздражает. И настроение в ней какое-то есть. Ну да, да. Нет, конечно, есть. Но я говорю, я достаточно узколобый, упертый такой человек в определенных стилях. Вот, поэтому никогда не воспринимайте какие-то мои мнения как истину в конечной инстанции. Это вот мое такое мнение личное. Вот, я просто люблю всегда всем в лицо говорить. У меня жена за это ругает, теща говорит: Коля, помолчи. Ну что ты со своим мнением ко всем лезешь? Я не могу сдержаться. Мне обязательно надо... Человек пришел некрасиво накрашенный, обязательно скажу: кто так плохо тебе брови нарисовал? Не могу пройти спокойно, поэтому... Ну, я думаю, вы уже поняли, да, о чем идет речь. Так, на своих штуках играет Гарри Бокс. На второй записи у меня классный мятного цвета Мунт. Да. Попрошу Николая вторую запись через месяц разобрать. Так, вторую запись, которая на студии. Давайте, только напомните мне, что вы ее уже присылали. Так, а что за сакс у вас? Амон. Так, нет, это я далеко прошел. Сакс представляет в крутой позиции в очереди после всех остальных инструментов. Да. Обычно в конце барабанщики и басисты идут. Так, хорошо выступили. Так. А, сакс Амон, это да, это с Алиэкспресс какой-то за 20 тысяч рублей китайский. Это Госкитай, не кооперативы, на правительственных заказах работают. Но они обычные китайские саксофоны, нормальные, можно играть. Самый исполняемый джазовый стандарт, ни разу не подводил. Избитая музыка. Ну, понимаете, я просто вам говорю, что... Ну, я говорю с точки зрения музыканта. Вот если вы придете в какой-нибудь джаз-клуб на джем-сейшн и скажете сыграть там «Summertime», на вас так посмотрят. Вот так посмотрят на вас музыканты и ничего не скажут. В лучшем случае. Так что, ну, просто это слишком популярная музыка. И джазмены считают выше, как бы находятся выше этого. Они не готовы играть «Summertime». Ну, на самом деле, просто она медленная, она для джем-сейшнов не подходит. Либо, если уже играть «Summertime», то в такой обработке на 9/16, чтобы все обалдели от количества модуляций, незнакомых аккордов, чтобы там никто не узнал, что это «Summertime» вообще. Но на самом деле, «Summertime», я когда слушаю Эллу Фиджеральд, естественно, я преисполняюсь такой благодати божественной, просто это потрясающее исполнение, и я в диком восторге, готов слушать «Summertime» просто каждый день. Это с Армстронгом запись, известная «Porgy & Bess», там 50 какого-то года или 60 какого-то. Это просто шедевр, шедевр. Друзья, слушайте Гершвина, гениальный, рано ушедший от нас композитор, настоящий рок-н-ролльщик. Фамилия моя в вашем обзоре на муштуки.
Так, слушайте, ну, Игорь, наверное, я тогда запомнил, но у меня память настолько дырявая, особенно на имена и фамилии. Я в прошлом ролике даже забыл человека, который мне прислал мундштук. Это будет в ролике, вы увидите в конце. Пусть лучше всегда звучит избитый «Summertime», а «Hit the Road Jack» мне черти поставят на повторе, когда будут в котле варить. Да, тоже популярная музыка. Но в «Hit the Road Jack» там просто один и тот же аккорд всю дорогу, даже припев на один аккорд идет. Невозможно. Тенора нормальные. Ну, если вы имеете в виду ОМОН, то они такие же, как и альты, нормальные. Ну, обычные. Я где-то смотрел... Сейчас положу сакс. Смотрел ролик какого-то питерского гитариста, который... Сейчас у меня вылетел из головы, но он потрясающий парень с юмором, такой красивый, смешной. У него такая дырка между зубов небольшая. Может быть, кто-то знает. Фамилия у него смешная. Но он блюзовый гитарист. И вот он рассказывает про какую-то самую дешевую гитару. Говорит, смотрите, гитара там стоит 6 тысяч рублей. Ну, давайте послушаем, есть ли у нее сустейн. Там берет какую-то ноту, там тянет, сустейн есть. Можно ли на ней сыграть там какую-то гамму быстро? Тр-тр-тр пробегает, можно. Можно ли на ней сыграть блюз? Включает через там какой-то комбик, играет блюз, все звучит, елки-палки. Ну и что, что она стоит там 7 тысяч рублей? Ну, может быть, она, конечно, развалится через 3 года, но она играет. Друзья, для того, чтобы начать играть на саксофоне, не надо покупать себе самый дорогой саксофон, самый дорогой мундштук, самую дорогую трость, лигатуру, там, все. Надо просто купить какой-нибудь саксофон, желательно современный, не очень древний, потому что у древнего может быть неудобная механика, фальшивый, еще что-то. Новый китайский за 17 тысяч рублей, 15 с Алиэкспресс, покупаете, меняете сразу мундштук, вот первым делом мундштук на другой, любой, хоть Yamaha 4C, хоть Rico Royal, что угодно, только не комплектный. Комплектные очень плохие мундштуки. Все остальное там играет. Кейс плохой, подушки так себе, но оно играет, оно можно на нем заниматься вполне. Поэтому, друзья, китайцы давно уже сделали нормальные саксофоны, вполне подходящие для своих целей, и при цене в $200 ничего, цена саксофона ниже, чем цена хорошего штука. Ничего лучше быть не может, поэтому я пропагандирую Китай. Если у вас есть только 15 тысяч рублей, если вы ждете... когда на вас упадет новогодний бонус в 200 тысяч, чтобы начать заниматься на саксофоне, не ждите. Купите обычный китайский саксофон, поиграйте полгода, год, а потом уже в Новый год купите себе хорошую Yamaha, и будет вам счастье. Про избитый Summertime я знаю. Поначалу в группе все говорили, что для нас это сложно, но сыграли в итоге. Но там, кстати, Summertime-то у вас не избитый, у вас он в такой обработке не самый простой, так что... Николай, добрый вечер. Все хочу спросить, что делать с накладками на клапаны, чтобы они не прилипали. Вот этот вопрос поясните, пожалуйста. На клапаны, чтобы не прилипали клапаны, но это не в накладках дело. Там надо просто протирать сами клапаны. Но какие накладки? Вы имеете в виду подушки вот эти? Ну, я их протираю. Сейчас попробую показать, если она здесь. Так, сейчас покажу крупным планом. Я протираю вот такой Yamaha Powder. Видите, какая она старая? Так, какой я мутный тип. Потому что я ей пользуюсь уже, наверное, лет 8 или 10. И там осталось еще сколько-то листочков. Это просто тонкие листы бумаги, покрытые мелкой-мелкой пудрой. Такой почти невидимый. И вы ее подкладываете, этот листочек под клапан, закрываете. Ну, могу показать, давайте, чтобы не быть голословным. Тут остались только большие листы, маленькие. Они у Yamaha, эта книжечка делится на две части. Там есть большие листы, вот такие. А есть вот такие вот узенькие пополам. Вот, но остались только большие. Давайте его пополам сложим. Надо понять, где у него... Так, и просто вот так вот под любой клапан, давайте повыше покажу, чтобы было видно. Например, под клапан фа. Вот так подкладываете его, прижимаете пальцем. Так, сейчас покажу. Вот так прижали и вытянули. Все.
По-моему, я не той стороны поставил. Сейчас, во! Вот этой стороной. Где нарисовано слово «Yamaha», это не та сторона, вот эта, матовая. И все, и клапан покрылся такой пудрой. И теперь он... Опа, порвался. И теперь он никогда, никогда в течение ближайшей недели прилипать не будет. Еще раз. А может даже две недели. А потом опять начнет прилипать. И мы снова его протрем бумажкой. Вот. Но есть, конечно, более серьезные вещи. Надо просто мыть клапаны, да, периодически протирать, чистить их. Есть специальные средства. Какие-то оксиклинеры, там что-то еще используют музыканты. Ну, в общем, любые чистящие средства, но только не спирт, потому что спирт сушит кожу, да. Все это спокойно чистит клапаны от грязи. Там со временем появляется какая-то пыль, на них оседает грязь. Все это забивается вот в эту вот на подушке. Там есть такой след от колодца, и вот туда забивается грязь. Надо аккуратненько ватной палочкой все это протереть, и будет все нормально. Табачников, точно, елки, конечно. Конечно, Табачников, прекрасный. Я недавно его нашел, даже думаю, может быть, как-нибудь мне с ним сделать интервью. Хотя он не саксофонист. Но он такой клевый, веселый парень и классный. Так. Сиджем пока на ваузу поставил, далеко ездить, не успевая по времени. Попозже вернусь, но для Сиджема я слишком плохо умею играть. Сиджем. Так. Нормальные там подушки, кейс не выше, но задачу выполняет. Да, нормальные подушки, конечно. На самом деле, вот эти подушки, которые нам половина мастеров ставит, они тоже китайские. Как недавно выяснил Андрей Буи, что вот эти кенгуровые подушки, на самом деле, просто крашеная китайская подушка, крашеная в черный цвет каким-то гуталином вообще. Безумца. Ну вот, поэтому... У меня, по-моему, кстати, на теноре стоят китайские подушки, вот на этом. Ну и нормально, я на нем год играю, ничего не прилипает, все кроет, никаких проблем нет. Я хотел с Бюшером выступить, но он к концерту не доехал. Но Бюшер, на самом деле, конечно, будет гораздо лучше тембрально, а вот по строю не факт. Строй, может быть, у китайца лучше. Спасибо, что за бумага, как называется и где купить. Так я же вот показал. Yamaha Powder Paper. Называется, продается в музыкальных магазинах, но там, если нет Yamaha Powder Paper, там, может быть, есть Rico Powder Paper или D'Addario Powder Paper. Это просто бумага с пудрой. Придите в любой музыкальный магазин, если вы в Москве, то какой-нибудь Bird магазин или Glinky.ru, вот это вот в Петербурге, они торгуют по интернету. На Glinky.ru зайдите, у них есть эта бумага, и... Одной упаковки вам хватит на много-много лет. У меня лежит две упаковки. Одна новая, вторая вот эта начатая. Уже давно, и она все не кончается никак. Это, знаете, как сода. Купил в 88 году, и до сих пор пачка соды лежит. Никто ее не использует. Но также эта бумага бесконечная. Бюшер винтаж взял. А бюшеры не винтаж не бывают. Потом они перешли, стали называться Selmer американский. Но бюшер, по-моему, годов до 60-х. Так что это все винтаж. И 26-го года это самый прекрасный бюшер. Это вот эти первые модели. Бюшер Трутон. Вообще на сакс-форуме, только не на нашем, а на американском, Sax on the Web, бюшер Трутон был назван лучшим сопрано-саксофоном среди всех сопрано. То есть они делали тест... Я заговариваюсь уже. Они делали опрос среди всех саксофонистов по всему миру, какой самый лучший сопрано среди всех времен и народов. И там был, конечно, Mark VI, Yamaha, 62R, все. Но на первое место вышел с большим очень отрывом Бюшер Трутон. И действительно говорят, что это одни из самых удачных инструментов. На таком играл Сидни Бише, и, в общем, действительно классный сакс. Тимофеев Алексей, Николай, здравствуйте. Сколько стоит в среднем перекрыть недорогой саксофон в Питере? Это не важно, какой саксофон перекрывать в Питере, дорогой или недорогой, перекрытие стоит одинаково. Если вы им принесете китайца за 15 тысяч или Selmer за 300 тысяч, перекрытие будет стоить ровно столько же. В этом и это очень обидно, неприятно. И когда думаешь, что перекрывать саксофон может стоить дороже, чем купить новый саксофон, два раза подумаешь. Если у вас китаец за 15 тысяч, то можно лучше купить нового китайца просто. Потому что перекрытие будет стоить
Ну, наверное, самое дешевое 1016, но это не очень качественное. Хорошее, вот, например, у Даниила Бородина на Черной речке, наш мастер известный, у него, по-моему, 20 с копейками, 20 или 22 тысячи. У Пушкарева, по-моему, в районе 28 тысяч, боюсь ошибаться. Ну, до 30, наверное. Ну, вообще, это в мастерской Доценко, наверное, еще дороже. Но это все решается индивидуально, потому что, когда вы приходите к мастеру, вам говорит, смотрите, у вас кривой ствол, у вас там клапан отпаялся, еще что-то. То есть, как правило, просто перекрытием дело не обходится. Они еще находят какие-то дефекты. Если, конечно, у вас новая Yamaha идеальная, там, да, только подушки надо поменять, то это да, это просто. А если у вас старый сакс, то, скорее всего, у него куча болячек, которые тоже надо будет лечить. Поэтому перекрытие в среднем стоит от 20 до 30 тысяч. И, кстати, я последнюю свою Yamaha перекрывал сам, просто потому что я подумал, что у меня нет столько денег свободно, чтобы перекрывать Yamaha. Я лучше себе куплю новый объектив, вот, в который я сейчас смотрю. Купил новый объектив, хвастаюсь. Sigma 16 1.4, дырка 1.4, друзья, кто занимается фотографией, должен понять, что это вот такая дыра. Про что я говорил? Я говорил про перекрытие саксофонов. Я купил подушки Pizzoni на AliExpress за $50. По-моему, это настоящий Pizzoni. Ну, я надеюсь, что это настоящий Pizzoni. Ну, пусть будет. И купил какой-то шеллак. Я не помню, на что я клеил. По-моему, на... А, нет, на... в китайце. У китайца я купил термоклей там же. Купил термофен за 5000 рублей или за сколько-то. И сидел 2 дня вот так вот термофеном все это грел. Потом еще 1.5 дня выправлял подушки. Но в результате все встало на место, все крыло неплохо. Поэтому... Но это можно делать, если у вас саксофон изначально в нормальном состоянии. Если там, опять же, не кривые колодцы, не кривой ствол, не рассохшиеся там какие-то отпаянные клапаны. Если все это есть, то лучше дать нормальному мастеру, который за большие деньги сделает вам все качественно. eBay, пишет Вадим Неделко. Да. Николай, спасибо за ваш эфир, очень ценно. Пожалуйста. На Sax on the Web очень много бюшероводов американцев. Они мне очень помогли с разными вопросами, в том числе по реставрации. Да, кстати, ну, друзья, если кто владеет английским, конечно, Sax on the Web – это кладезь вообще информации. Там про любой мундштук вам найдут все, про саксофон. Там огромные разделы информации и огромный форум просто бесконечный. Там есть отдельная группа по инструментам, по мундштукам, по эскам, по подушкам, по всему. То есть это, если интересна тема саксофона и всего остального, это то Sax on the Web лучше всего на английском языке. Тем более, что русский сакс-форум, который был тоже очень неплохой, но вот он канул в лету, сейчас есть новый форум, и он только поднимается, поэтому огромное количество информации утеряно, и не представляю, что будет, когда он восстановится, может, через пару лет. Но он тоже работает. Так, если не лень, поставьте в конце эфира лайков, накидайте. Не знаю, зачем они нужны. Можете дизлайков. Но говорят, что надо. Ну, я всегда, когда смотрю чьи-то ролики, и человек всегда в конце жалостливо смотрит в камеру, говорит: подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. И я каждый раз думаю, какой ужас, какой позор вообще. Зачем этим заниматься? Но у меня тоже срабатывает этот рефлекс. Я в конце ролика тоже так делаю. И каждый раз я ловлю на мысли, зачем ты это говоришь? Люди так понимают, что надо подписаться. Ну вот. У меня видео выходит не чаще 2 раз в неделю, поэтому вы точно совершенно не будете... Ну, я не буду вас закидывать информацией, не переживайте. Вот. Во, лайков прибавилось. Ну, слава богу. Все, теперь можно спокойно идти спать. Так, спасибо за комментарий к записи. Всем, кому понравилось, спасибо. Так, Даня Сакс просто радуется жизни. Так, Тимофеев Алексей. Ну что, друзья, значит, напоминаю, что я сейчас дописываю видео. Я доделываю минусовку для фортепиано и баса, и барабанов. И этот минус будет готов, наверное, через несколько дней, и всем участникам ВСБ Virtual Sax Band будет отправлен минус, я надеюсь, в конце следующей недели. И можно будет приступать к записи. Кстати, напоминаю, что
по подсказке Евгения Удовиченко. Он всегда эти вещи правильно ловит. Я, как женатый человек, уже забыл, что такие праздники даже есть. А оказывается, скоро 14 февраля, друзья. Так вот, 14 февраля нужно поздравлять любимых женщин, играть им хорошую музыку. И он предлагает записать какую-нибудь музыку к 14 февраля. Давайте вместе подумаем, какая песня была бы приятна вашим женщинам, девушкам, дочерям и мамам. И придумаем и сыграем эту песню. Вы мне напишите названия свои, которые вам нравятся. Я подумаю, что из этого можно сделать. И напишу ноты. И мы запишем к 14 февраля общую такую красивую, прекрасную запись с розами и сердцами. Хороший эфир, пишет Буи. Андрей, у вас там уже полночь. Так. Ничего люди не понимают. Напомнить не вредно. Да, но вот напоминаю про выбор песни. Давайте выберем. Если вы не выберете, я сам выберу Careless Whisper, вам придется играть такую махровую попсу. Но на самом деле, хорошая музыка. Любую песню выбирайте. Можно отечественную. Кстати, давно не брали русскую. Мы брали последние 5 минут. Можно что-нибудь из русского взять. «Белые розы, белые розы». Да, или «Розовые розы». Вот, или что-нибудь из этого. Ну что, друзья, спасибо за эфир. Надеюсь, никого не расстроил своей критикой. Увидимся в следующий четверг. Кстати, стрим я постараюсь восстановить, стрим по джазу, который заблокировали за музыку. Ну вот, следующий стрим будет посвящен дальнейшему развитию джаза. И мы поговорим про... Ой, я еще не придумал, кстати, про кого. Мы закончили... А, про Бена Вебстера мы же должны сказать, конечно. Про Бена Вебстера. Вот, и завтра выйдет ролик про теноровые муштуки. Напоминаю, что патроны канала его уже посмотрели. Патроны смотрят немножко раньше. Я ролики стал выпускать сначала для патронов. Ну, люди платят деньги кровные свои, отрывают от семьи, чтобы задонатить. Вот, поэтому я на 2-3 дня выпускаю раньше для патронов, потом для всех остальных. Завтра выйдет для всех ролик по муштукам теноровым. Большой обзор. И все муштуки выяснилось хорошие. И напоминаю, ролик про муштуки Хива выйдет, наверное, через неделю. И Хив их продает, друзья. Вот эти муштуки, два муштука, они продаются. И я вам очень советую подумать или просто заказать у Хива какие-то муштуки для себя, потому что за эти деньги, за $100 вы не купите хороший муштук. А Хив может сделать, это Илья Хряков, из Красноярска, может сделать для вас муштук по вашему запросу, со всеми вашими пожеланиями, хотелками, там, мостами и так далее. Я сейчас тоже думаю заказать у него муштук, вот, поэтому у нас нет никакого оплаченного там эфирного времени, ничего, мне ничего за это не платят, а я ему плачу за муштук, как и все остальные, поэтому никаких нет, ну, в общем, никаких нет у нас товарно-денежных отношений в этом смысле. Это просто такое вот мнение пользователя. Вот. И еще один муштук хочу заказать у смоленского мастера Завальского, Виталия Завальского. Вот. И, ну, постараюсь сделать обзор на них попозже, когда будут готовы. Вот. Еще раз всем спасибо и до новых встреч. Спасибо. Становитесь патронами. Так, критика полезна. Постараюсь участвовать. Да, Евгений, буду ждать. Ну все, пока, до встречи.